Это мне очень пригодится. Здесь больше нечего искать.
Думаю, я собрал все, что мог. Тут больше ничего нет. Больше ничего не найти.
Судя по этому документу, ВСС тревожились не зря. Немцы действительно перехватили наш радиообмен. Moment. Wachsam!
mit der Ruhe. Ich hab da was gehört. Hast du das gehört? Ich hab was gehört.
er noch da? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Oh Gott, ich sehe ihn nicht! Schaltet ihn aus! Полезная штука. Джекпот. Кажется, собрал тут все полезное. Вот и все.
Это мне очень пригодится. Ракетные боеголовки. Так вот, что замышляют немцы. Очевидно, перед отправкой в Алагру Кеслер настраивает систему наведения. Но сколько оружия уже отправлено? Больше ничего. Если это уничтожить, то сгорят преобразователи, и все будет выглядеть как пожар от замыкания. Заодно внимание не привлеку.
Если разрушить их, это остановит работу. Findet Deckung! Er darf euch nicht sehen! Может пригодиться. Haltet die Köpfe unten! Bleibt auf Zack.
это мне очень пригодится. Нану? Так, и что у нас тут такое? Шифровка и дешифровка. Целое бюро. Это мне очень пригодится.
Андреас Кесслер. Кто ты такой, черт возьми? Пора вставать. Осторожно, профессор. Ты всего лишь маленькая девочка во взрослой игре. Думаешь, ты можешь мне сделать бубу? Я была медсестрой. Ты это знал? До того, как все это началось. Так что я отлично знаю, как сделать больно. Ты меня понял, маленький мой? Meine Liebe. Меня убивать нельзя. Скажи ей. Он прав, София. Дай мне нож. Ты знаешь, как он строит свои чудные ракеты? Сколько под ним... Карл. Что случилось? Здесь плохо пахнет. Вот так метод ведения допроса. Не нужно быть гением, чтобы знать, кто выиграет войну. Вижу, ты очень уверен в себе. Почему бы и нет? Я уникален. Я представляю ценность для любой стороны конфликта. А значит, меня нельзя трогать. Ты чего-то не договариваешь. Как проницательно, лейтенант. Я умираю. Моей печени капут. Я вряд ли дотяну до Рождества, не говоря уже о конце войны. Думаешь, я тебя пожалею? Думаю, что поймешь, почему меня так легко удалось похитить. Отец Софии. Умер несколько месяцев назад. Ты провел нас. Дорфман водил нас за нос. Столько усилий. Я бесполезен для вас и для Фатерлянда.
Корабль представляет опасность. Это мне очень пригодится.
Komm weg mal. Da fehlt doch jemand. Кажется, собрал тут все полезное. Думаю, я собрал все, что мог.
Больше ничего. Wie es wohl zu Hause läuft? Hä? Hey! Нужно уничтожить артиллерийскую установку. Больше ничего не найти. Здесь больше нечего искать.
Вот и все.